Сударь и сударыня, здравствуйте. Некрасов Николай Алексеевич. Душа мрачна, мечты мои унылы, грядущее рисуется темно, привычки прежде милые постыли, и горек дым сигары решено. Не ты горька, любимая подруга ночных трудов и одиноких дум, мой жребий горек, жадного недуга я не избег. Еще мой светил ум, еще в надежде глупой и послушной не ищет он отрады малодушной. Я вижу все, а рано смерть идет. И жизни жаль мучительно, я молод, теперь поменьше мелочных забот, и реже в дверь мою стучится голод. Теперь бы мог я сделать что-нибудь, но поздно, я как путник безрассудный, пустившийся в далекий, долгий путь, не соразмерив сил с дорогой трудной. Кругом все чуждо, негде отдохнуть. Стоит он, бледный, средь большой дороги. Никто его не призрел, не подвез. Промчалась тройка, проскрипел обоз. Все мимо, мимо. Подкосились ноги, и он упал. Тогда к нему толпой сойдутся люди, смущены, унылы, почтят его ненужной слезой и подвезут охотно до могилы. Спасибо.